Вот сейчас мы поиграем в такую игру. Вот что вам важно? Вот, в принципе, ритм, последовательность, система аргументации. Вот сейчас будем играть в такую игру. Каждый из вас берет некое утверждение, вот, не касающееся математики, а касающееся чего-то житейского, вот, до того, что имеет отношение к какой-то реальной жизни. И пытается вот систему математической аргументации, вот этот свой тезис, вот, доказать в таком режиме. Возьмем один арбуз. Возьмем некое химическое вещество. Накачаем арбуз этим неким химическим веществом. Возьмем одного продавца. Дадим ему 11 арбузов. Поставим продавца на рынок. Возьмем одного покупателя. Продавец продает арбуз покупателю. Так покупатель покупает 10 раз 10 арбузов. С ним ничего не происходит. Но на 11-й раз ему не везет. Вывод. Если тебя принесло 10 раз, на 11-й может